Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам про самые популярные породы кошек в России. Летом этого года российский филиал американской компании по производству кормов для животных Mars Pet Care провел интересное исследование. Сотрудники организации решили выяснить, какие породы кошек являются наиболее распространенными в нашей стране. В топ-5 попали представители как отечественных, так и зарубежных пород кошачьих. Давайте подробнее рассмотрим самые популярные породы кошек в России. Первое место в рейтинге популярности занимает британская короткошерстная кошка. Благородная внешность, уравновешенный характер и высокий интеллект – вот что привлекает любителей данной породы. Британские короткошерстные кошки – идеальные домашние питомцы. Они самостоятельны и независимы, но при этом любят ласку и внимание. Представители породы хорошо уживаются с другими домашними животными и отлично ладят с детьми. На втором месте в рейтинге популярности шотландская вислоухая кошка. Представители породы покоряют своей милой внешностью и благородным характером. Эти животные обладают высоким интеллектом. Они хорошо дрессируются и при надлежащем обучении могут даже исполнять трюки. Владельцы шотландских вислоухих ценят в своих питомцах самостоятельность, неконфликтность и преданность. Мейн-кун, или как их еще называют, кота-собаки, занимают третье место в рейтинге самых популярных пород. Эти кошки отлично чувствуют настроение хозяина и умеют подстраиваться под него. Они в меру независимы и в меру ласковы. Знают, чем занять себя в отсутствие хозяина и всегда готовы к общению, когда владелец дома. Мейн-кун отличается преданностью, дружелюбностью и игривостью. Истинно русская порода – сибирская кошка на четвертом месте в рейтинге самых популярных пород в нашей стране. Представители породы – прекрасные компаньоны. Они дружелюбны, преданы и умны. У сибирских кошек сильно развито чувство собственного достоинства. Они независимы и ненавязчивы. Сфинкса, вернее, группа самых разных его видов, занимает пятое место в рейтинге популярности. Донские, канадские, петербургские сфинксы уже перестали быть экзотикой для жителей нашей страны. Эти нестандартные животные с каждым годом привлекают внимание все большего количества россиян. Среди отличительных черт сфинксов – высокий интеллект, преданность, дружелюбность и любовь к детям. Согласно статистике, самыми популярными в нашей стране домашними питомцами являются именно кошки. На 147 миллионов человек, проживающих в России, приходится 34 миллиона домашних кошек. Сегодня наша страна занимает третье место в мире по количеству мяукающих любимцев. Первое место по этому показателю занимают Соединенные Штаты Америки, а второе – Китай. О других интересных фактах из мира домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!